Сегодня все библиотекари принимают поздравления. 27 мая их профессиональный праздник – Всероссийский день библиотек. День библиотекаря празднуется в нашей стране с 1995 года, с того момента, как президент Борис Ельцин подписал указ об установлении Общероссийского дня библиотек. Праздник приурочен к основанию первой государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной библиотеки в 1795 году в Санкт-Петербурге. Ныне это Российская национальная библиотека. День библиотекаря – это не только профессиональный праздник, это еще и признание важности данной профессии. Библиотекари годами заботятся о таком достоянии народа, как книги. Без книг мы не смогли бы учиться познавать мир и самих себя, развиваться и постигать новые вершины науки и искусства. В этот замечательный день все библиотекари городского округа принимали поздравления. В администрации лучших из лучших наградили грамотами и благодарственными письмами. Подробности в нашем сюжете. Улыбки на лицах, радость в глазах. Сегодня их праздник. Библиотекари – это люди, которые знают о книгах все. Они помогают найти и выбрать то, что нам необходимо. Это о них Николай Рерих сказал. Библиотекарь – первый вестник красоты и знания. В основном это люди с высшим образованием или со среднеспециальным образованием. И та работа, которую ведут библиотеки городского округа, она, конечно, трудно ее оценить. У нас огромное количество читателей, 10 тысяч почти. Мы выдаем в год более 300 тысяч экземпляров книг. Посещают нашу библиотеку более 90 тысяч раз в году. Может, даже вот эти вот цифры говорят о том значении, которое имеет библиотека. Сегодня в стране более 50 тысяч библиотек разного статуса – федеральных, региональных, муниципальных. Около 70 тысяч школьных библиотек, плюс библиотеки университетов и музеев, заводов и больниц, воинских частей и кораблей. Много это или мало? Сегодня никто не может сказать, как и нет точной цифры библиотек и числа хранящихся в ней изданий. В нашем городском округе 4 массовых библиотеки, муниципальные библиотеки, есть еще библиотека Дома офицеров, библиотека госпиталя, в этих частях, к сожалению, библиотек нет. Работает в наших библиотеках 28 специалистов. В этот замечательный день библиотекари принимают искренние поздравления с их профессиональным праздником и подарки. Конечно, самый лучший подарок – книга. Даже не разговор. Но я хочу, чтобы... Если будет необходимо, я сейчас подарю контрольный экземпляр, но если будет необходимо, в каждой библиотеке пусть звучит эта музыка. И звучат стихи и песни, написанные мной. Я вас этими песнями поздравляю и желаю вам всего самого удачного. Желаю вам от души. И, соответственно, от командования, от личного состава, от всего сотой бригады, здоровья, счастья в вашей личной жизни, творческих успехов. И, соответственно, помогать нам в нашем нелегком, скажем так, разном труде по воспитанию, патриотическому воспитанию матросов, старшин, мичманов, офицеров. В торжественной обстановке, помимо поздравлений и подарков, от администрации лучшим библиотекарям вручили грамоты и благодарственные письма.